Всем привет! С вами Бистя, платформа РБК Гейм. Сегодня я хочу кратенько рассказать о новой MMORPG игре Эпос Воин Стихии. Всевозможных богах, 3D графика, разных стилей боя. Это у нас огонь, ветер, воздух и вода. Сейчас мы посмотрим, что мы здесь увидим. Загрузка проходит очень быстренько. Сразу появляется у нас здесь вкладочка вот такая вот «Сообщество, помощь», раскрыть на весь экран. Можно маленькой стрелочкой его все скрыть. Вот, загружаются разные виды персонажей. Значит, вот так вот выглядит она, эта игра. Достаточно яркая. Поиграть я уже в нее успела. Некоторые бои напоминают другие игры нашей платформы, как Demon Slayer, Лигу Ангелов. Есть здесь, значит, также галочка, вот она, скрыть, открыть. Звук в игре включаем, отключаем. Значит, есть здесь все различные кланы. Есть здесь у нас автобои, автопрохождение. Есть у нас, значит, мини-игры, это типа вот такие вот, как шарики. Есть здесь у нас подарки за повышение каждый уровень или какое-то определенное достижение вы получаете подарки. Естественно, есть у нас ивенты, донатные, недонатные, за онлайн, то есть такая за онлайн у нас есть кольцо драконов и еще в некоторых играх. За онлайн-нахождение в игре и за отдых в игре. Есть у нас здесь, значит, поместье, ваша ферма, где вы развиваете свою усадьбу. Сюда еще прибегает, бывает, монстр. Вот, плюс у вас здесь на усадьбе есть свой луковое подземелье. Есть здесь у нас магазин поместья, где вы, прокачивая поместье, торгуя, выполняя различные заказы, вы получаете здесь и серебро. За счет этого серебра вы еще можете в своем поместье тоже делать покупочки, да? Имеются здесь гильдии, кланы. Так, сейчас мы выйдем с поместья. Значит, что мы здесь имеем? Здесь имеется у нас, самое главное, персонаж. Пока что у меня персонаж 40 уровня, но думаю, они растут еще побольше. Естественно, на каждом уровне у вас что-то открывается новое. Вот у меня следующий 41 уровень откроется что-то еще здесь совсем новенькое. На 36 уровне у вас открывается пятый бог. Так вот, значит, это боги, это ваше усиление, ваши войска, ваша армия, ваша защита, которая имеет различные атаки. Вот бог огня, это тоже у меня бог огня. Это у меня идет бог природы. Сейчас я вам покажу, это тоже бог природы. Есть у нас еще бог воды. Так, сейчас я его найду. Вот. Есть у нас еще вот такие боги воды. Есть у нас элитные боги, которые у нас только за донат. Есть здесь у нас трактат развития, то есть вы все можете посмотреть, что вам нужно, какие задания. Очень все красочно и интересно. Есть у нас над вашей аватаркой вот здесь обучение в бою, если вы только зашли первый раз. У вас есть вот такой спортзал новичка, где вы можете нажать на бой и посмотреть. Находится он в левом углу, наверху. Над аватаркой, здесь вы уже вручную на АФК вы не поиграете, потому что здесь висит замочек. Вам предложат здесь попробовать все самому. Все стихии, вот у вас здесь отдаются это, естественно, вы будете пробовать атаки, смотреть удары, как критует. И в зависимости от этого вы будете прокачивать своего персонажа, знать, что вам нужно делать. Есть здесь вот такой замечательный чатик. Есть чатик общий, есть чатик только мировой, где скрываются все достижения. Есть чатик локации, если вы идете в локации, есть события и есть чатик клана. То есть, если вы вступили в клан, у вас имеется клан.
Значит, вот это я вам покажу, строй божества. Вот это, вот они все божества. Это самое ценное в этой игре, самое важное это божества. Снаряжение, камни, печати. Это все я вам так вокруг образно мини-обзорчиком покажу. Есть у нас замечательный рюкзачок, в который вы все помещаете. Есть у меня, как я уже достигла, есть зодиаки. Что такое зодиаки? Это то же самое, как в Demon Slayer. Наподобие ловли астрала. Одним кликом вы вылавливаете куча всяких штучек. Есть у нас город. Это ваш город. Вы можете здесь посмотреть задание, вложить куда-то денежку, выполнить задание. Это то, что я уже говорила, ваше поместье. И что-то купить, поторговать. Есть здесь у нас науки изучения, и здесь у нас есть рейтинг, где вы можете посмотреть. Есть здесь у нас кланы, выбор клана, места, количество, кто глава, можно посмотреть, и все они занимают вот свои определенные места. Есть у нас еще награды за очки. Да, очки, медали, это тоже за разные битвы, за титулы. То есть вот рейтинг у нас еще есть, титул, ранг по медалям, по титулам. Все это есть. Очень много всего интересного. Естественно, есть подарки. Естественно, есть подарки. Естественно, есть арена. Естественно, есть АФК. Ушли вы куда-то. Очень много функций здесь. Вы можете нажать на АФК, патрулировать сейчас. И ваш персонаж будет бегать и сам качаться, пока вы будете заниматься, ну, любимыми своими делами. Значит, очень игра интересная, советую попробовать. Заходите, буду пробовать снимать еще гайды по разным мероприятиям. Всем пока, до новых встреч, с вами была Бестия, платформа РБК Games, новая игра Эпос, мини-обзорчик от меня. Всем пока, до новых встреч!